Легендарный гол Дениса Бояринцу. В 2005 году в пятом туре чемпионата России московский «Спартак» еще тогда на старых Лужниках принимал московское «Динамо». Главным героем той встречи стал Денис Бояринцев, который забил два мяча, один из которых мощнейшим ударом из-за пределов штрафной площади. В итоге встреча закончилась со счетом 5-1 в пользу «Спартака». Подписывайся на канал, здесь я рассказываю о «Спартаке».